Эти отпечатки рыб обнаружил простой машинист экскаватора в канадском городе Калгари. Это произошло в тот момент, когда он рыл подвал под новым домом. Увидев окаменелости, он сразу решил, что они очень необычные. Когда я в очередной раз зачерпнул ковшом землю и поднял его наверх, я увидел там рыбу. В этом районе можно найти много окаменелостей, например, листья, фрагменты деревьев, улиток или моллюсков. Это обычное явление, но рыба, без сомнения, это уникальная находка. После этого Эдгар немедленно позвонил своей знакомой, которая занимается палеонтологией. Я знаю, что за последние десятилетия в нашей стране целые скелеты находили только несколько раз. Этой породе 60 миллионов лет. Рыба сохранилась идеально. Кости остались на изначальных местах, как будто она умерла вчера. Сам Эдгар давно интересуется палеонтологией. Он также сторонник теории креационизма, то есть верит, что все сущее создано Творцом или Богом. Ученые отметили, что находка имеет большое значение для изучения фауны в период до вымирания динозавров. Отпечатки уже передали в Королевский музей Тирелла для изучения. Предполагается, что в скором времени их выставят на всеобщее обозрение.